Вот, друзья, я собираюсь на очередной шопинг-влог. Еле откопала машину минут 10. Снегопад, как мне нравится. Уже устала и в то же время полна энергии и сил, потому что почитала ваши замечательные комментарии, очень добрые, они прям очень вдохновляют. Спасибо огромное. Мне, правда, очень приятно. Я в Манго, и тут у нас пальто темно-зеленого цвета. Камера, к сожалению, не передает, но я вам покажу фотографию. 51% шерсти, она на поясе, на мне размер М. Вот такое пальто, внутри подкладка. Так, следующее — это кожаная куртка. Вообще в Манго кожаные куртки очень хорошие. Я свою ношу очень давно и до сих пор радуюсь. Покупала еще на скидках. Так, вот это черная. Она около 12 тысяч стоит. Натурально кожаная. Мне размер Элька, но большевато. Я специально побольше взяла ее. Так, я померила вот такой джемпер. Он фактурный. Но тут, знаете, как? Почему-то рукава не туда, не сюда. Они не короткие и не длинные. Единственное, что мне нравится, это его фактурность. Он полностью синтетический. Полиэстер, акрил. В основном в Манго почему-то практически все свитера такого плана не натуральные. И померила вот такие кожаные брюки. Они чуть-чуть с блеском. Хорошо сели с защипами. На мне 36. Очень мягкие, приятные к телу. Понравились. Такие невесомые. А другие брюки, они более спортивные, на кулиске. Здесь резинка на поясе, и здесь горизонтальные швы. Они более матовые такие. Свободные, тоже размер S-ка. Вот это матовые брюки. 3000 стоят. На мне был размер S. Это 36-й. Более глянцевые, с защипами, стоят 3000. Мне понравились, прям хорошенькие. В них и не так запаришься. Мягкие. 3000, синтетический. Кожанка. Очень здесь тесно. Ботега по Массимо Дутти. Я переместилась в Массимо Дутти. В Манго мне не дали поснимать. К
сожалению, но ничего. Вот. Так что здесь я заранее извиняюсь за освещение. Я не в подвале. Я в раздевалке Массимо Дутти. Что я взяла? Взяла два вот таких комбинезона. Опс. Взяла два комбинезона. Один коричневый, другой серо-зеленый. Из плотного. Я так думаю, что это коттон. Сейчас посмотрим. Так, что это у нас? Хлопок 64, Гиацел 33 и Эластан 3. Плотный и симпатичный. Сейчас посмотрим, как сядет. И костюм. Костюм взяла темно-зеленого цвета, такого болотного. Очень стильно выглядит. Я так думаю, что это шерсть стопроцентная, да. Стопроцентная шерсть. Так вот, я померила костюм. Здесь брюки 36 размер, мне большеваты в талии. Боковые карманы и снизу такие подвороты. Небольшое покалывание от шерсти, но для меня это не критично. Кстати, вот это водолазка моя, тоже Massimo Dutti. Кашемир, шерсть, обожаю. Вот и пиджак 36 размера. Так, я смотрю, здесь освещение плохое, не передается вся красота этого костюма. Так, очень стильный костюм. Брюки поменьше размер взять, если... Как всегда, идеальное качество. Посмотрите. Подклад, швы по цене 16. Это пиджак. Темные брюки. Шерсть стопроцентная. 7500. Вот я померила комбинезон, просто офигенский, это прям моя тема. Отлично сел, на мне размер S, талия там, где надо, все по фигуре. Я даже померила с водолазкой, прям мне очень нравится, такой хороший цвет. Освещение, конечно, да, все портит. Покажу, как это будет выглядеть с ремнем. Но вот таким образом смотрится с ремнем. Тоже мне очень нравится. Если, например, пододеть какую-нибудь черную водолазку, как раз-таки ремень с водолазкой будут дружить. Но здесь обувь у меня еще черная. Также подойдет и коричневый ремень. Тоже классно будет смотреться. Мне очень нравится. Сейчас померяю другой цвет, но правда я размер больше взяла. Ну вот я померила второй комбинезон, он мне однозначно большеват, но мне что помогло? Мне помог ремень. Максимально невидимый и в то же время украшающий этот комбинезон. Карманы, тоже цвет хороший, я в восторге. Так, по цене 10 тысяч, вот артикул. Эх, Massimo, мне однозначно нравится.